Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк, и кот Арчи показывает нам свою неимоверную красоту, свои ботфорты. Вот видите, он хвост даже вот так убрал и говорит, показывает. Вот, смотрите. Они на удивление белые, это бывает редко, это значит его помыли. Вот. Но в связи с некоторым похолоданием и исчезновением мышей, штаны кота Арчи все чаще бывают белыми и чистыми. Сегодня все коты, лебеди и как готовится Австрия к Рождеству. Поехали! Думаю, надо подписаться. У кота Вилли сегодня был очень тяжелый день. Может быть, один из худших дней его жизни. А вот его повезли к ветеринару. Вот, ему очередной укол. Ну, прошло там год, почти прошел, ему раз в год ставят укол перед зимой, как раз перед зимним сезоном. И от суставов его. Вот. И у него там зимой нормально тогда все. Вот поставили укол, и у него на хвосте были такие колтуны, у него там выделяется секрет, и ну, замучаешься расчесывать. Вот. И там есть услуга, ветеринар займется, у него там сотрудники есть, которые помоют правильно, расчешут, вычешут. Вот. И мы доверяем это дело. Хвост Вилечки как особо ценный такой. Вот. И ему все это вычесали, специальным шампунем все это вот обрабатывали. Он приехал абсолютно несчастный, хвост был как такой у крыски, тонкий, мокрый. Вот. И он до сих пор уже прошло, ну, сколько, часа 4 прошло, 5. Он в обидках страшных. Забрался на крышу. Вот. И страдает. Круто. Это было круто. Да. Хлебушка-то поесть, да? В последних роликах у нас были новые персонажи, коровки на поле, но все, их уже увезли обратно в коровник. Они, во-первых, съели траву, во-вторых, видимо, достаточно удобрили поле. Теперь с этого поля доносится такой деревенский аромат, а наши коты ходят, смотрят, и им чего-то не хватает. Ладно, Арчик. А я видел, упорхнула. Все. Сорвалась твоя охота. Упорхнула. А потому что не надо на птичек. На птичек запрещено. Так. Арчик. Сменил диспозицию. Пойду с той стороны, может. Может, они позволят себя снять с другой стороны. Так, там лебеди после обеда получили корм сутками вместе. Так. Ага. Вот он. Посидел куст. Был сочный зеленый.
утки там шумят. Они спокойно не могут. Интересно, где Анфиска? Дрыхнет, поди. Побежал. Пойду ему дверь открою. Что, открыть тебе? Сейчас открою. Все. Анфиса наблюдает за нами, а мы с вами посмотрим, как готовятся к Рождеству соседние города Фельдкирхен и Филлах. Специально заснял для вас. Дизель подешевел. Было 2.10, сейчас 1.70. Ну вот и наш райцентр украсили. Рождественские украшения в Фельдкирхене. Это у нас город Филлах. Это каток. Какое-то рождественские украшения. И рождественский базар уже вовсю развернулся вокруг храма, вокруг местного собора. Ну, отсюда получается шпиль заснять. Так, время показывает правильно, 2 часа. Что-то я на обед припозднился. А народ катается. А я сюда приезжал в магазин. Купил себе ботинки такие, зимние, хорошие-хорошие. И купил перчатки. Причем перчатки такие, которые позволяют пальцем там по экрану. И при этом все срабатывает. Так что у меня тут был шопинг. Ладно. А я в порядке подготовки к зиме произвел настройку циркуляционного насоса на режим. Он теперь включается, когда температура в системе ниже определенной. Ну, это зимний. А режим зимой так экономнее. Думаю, надо подписаться. Так, Анфисия. Ты куда направилась? Так. А у нас прибыла молодежь. А папа с мамой где? Ну, вы деловые, вы уже сами летаете. Так. Ладно, сейчас. Сейчас. Ага. Вот, вот и родители. Прибыли с опозданием. Ну, привет. Привет. Анфисия и там опоздавший. Поздоровались. Поздоровались с Анфисией. Так, ну что, комплект? Комплект. Ладно, сейчас горошков насыплю. А в последнее время на канале стали регулярно появляться видео про путешествия. Такие виртуальные путешествия в разные страны. Мы с Евгением, моим коллегой из Австралии, вспоминаем и рассказываем про разные страны. Уже была Япония, Швейцария, Италия. Готовится выпуск про Соединенные Штаты. Попробуйте. Попробуйте, может быть, вам такой формат понравится. Будем путешествовать вместе. Мы по волнам памяти, а вы вместе с нами. В вот этих роликах есть множество видео, фотографий из всяких интересных мест. И там же истории
не совсем туристические, а такие, которые достигаются путем некоторого личного опыта, некоторых особых знаний. Подпишитесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк и пока-пока.